Подробному разбору Nokia 6520S посвящен одноименный ролик. Здесь мы рассмотрим отдельно взятый механизм слайдера. Надо отметить, что механизм слайдера Nokia 6520S можно признать одним из наиболее удачных конструктивных решений среди всех моделей слайдеров различных производителей. Мягкость при закрытии и при открытии слайдера обеспечивается резиновыми фиксаторами, а удобство доводки – оригинальной конструкции из пружинок. Поломка механизма слайдера Nokia 6520S – вещь почти уникальная, хотя чего в жизни не бывает. Если же это все-таки произошло, лучше менять его целиком и не пробовать чинить самостоятельно. Вряд ли у вас выйдет лучше, чем у Nokia.